Угрозы для тюленей в казахстанском секторе Каспия нет. Об этом заявили отечественные биологи в ответ на массовую гибель морских животных на российской территории Каспийского моря. Напомню, в начале недели в Дагестане на берег вынесло около 170 туш краснокнижных тюленей. Забили тревогу и казахстанские ихтиологи. Однако опасения не оправдались. По их данным, на Каспийском шельфе каждые 3 года проводится перепись тюленей. Согласно последнему авиаучету, сейчас на казахстанской акватории обитает около 280-350 тысяч особей. Мы связывались с коллегами из российских институтов профильных, которые подтвердили, что возможно причиной гибели тюленя в российском секторе Каспийского моря является их попадание в рыболовные сети, в которых они и задохнулись. Мы постоянно поддерживаем связь, контакты с российскими коллегами и держим на контроле состояние каспийского тюленя.